Пандемия не привела к изменению цен на центральном рынке Кишинева. В то же время продавцы жалуются, торговля идет плохо, покупателей стало меньше. Татьяна работает на главном столичном рынке много лет. Низкий спрос она связывает с пандемией. Цены не изменились, они даже ниже, чем в декабре. Огурцы в прошлом месяце стоили 35 леев, сейчас 30. Болгарский перец был по 55, теперь 40. У нас есть помидоры по 12 леев. В декабре такого не было. Лук как был в декабре по 5,5, так и остался. Свекла и морковь по-прежнему стоят 6 леев. Не изменилась и стоимость капусты. Учитывая засушливое лето, цены нормальные, не выросли. Капуста стоит от 5 до 8 леев, в зависимости от размера кочана. Некоторые покупатели говорят, что многие продукты им не по карману. Дороговато, не так уж и дешево. На пенсию в 1000 леев мало что купишь. Цены вполне приемлемые за свежую и очень вкусную продукцию. Считаю, что стоимость на овощи и фрукты высокая. Это же холодное время года. В мясном павильоне некоторые продавцы говорят о подорожании. На следующей неделе будут поменяться эти прецы, потому что мясо будет дорожать. Оно уже дорожает. Шайзерчин, шапкизеч. Да. Будет дороже, почеревка будет 65-70, может дойти даже. Да, мясо будет подорожать. Цена на молочную продукцию не изменилась. Овечья брынза стоит 95 леев, творог от 70 до 80 леев в зависимости от жирности. 1,5 литра домашнего молока 25 леев.